Комментарий без лайка попадет в следующее видео. Подпишись на Фера и не будь попой бобра. Но со стримами может быть проблема. Типа, я вообще удивлен то, что я стримлю. Ну, в плане, у меня ничего не лагает. Я обычно стримлю, как я всегда до этого уже лет 8 стримлю. Ничего нафиг не поменялось. Я удивлен то, что у меня настолько все идеально работает. Хоть это как бы, ну, в целом странная какая-то дичь. Я надеюсь то, что и у вас она будет хотя бы плюс-минус нормально работать. Поэтому самое... Мне просто сегодняшний стрим нужен для того, чтобы протестировать нынешние возможности Ютуба, я бы так вот сказал. Типа, насколько хорошо он позволит вам смотреть стрим. Если хорошо вам YouTube позволит смотреть стрим, значит продолжим стримить на YouTube. Если плохо YouTube вам позволит смотреть стрим, значит придется куда-то на другую площадку переходить. Сейчас новости пошли, что все отмена замедления, я сейчас сижу, смотрю, все норм. Да, кому веришь, этот самый бизнесмен? И кому врешь, веришь, нафиг. А у кого было такое, что последнюю там неделю, последние несколько дней нифига не работало, а сейчас зашло и все начало работать? Вот Стич написал то, что у него вот так вот работает. У кого-то так было? Мне кажется, вообще лажа, не должно так быть. Хватит донатить, ради бога. И на Twitch, пожалуйста, не подписывайтесь. Я вместо доната почему-то у меня здесь подписки Твича нафиг идут. Как мне это выключить? Я еще не перехожу, я еще не ухожу с Ютуба, чат. Вы зачем на Twitch? Да, как вы еще мой Twitch нафиг находите? Вы заходите на сайт Twitch. Пишите Эдисон. И тут такого нет даже. А, не, если вбить. А, не, если вбить, то я первый, да. Чат, мне просто нафиг интересно. Дайте я зайду на свой твич, чтобы просто вам показать. Я тут не был 100 миллиардов лет, нафиг. 6,5 тысяч подписчиков. Вот смотрите, это я. Это мое описание. Самые большие донаты. Костик 452 рубля. На самом первом месте самый большой топ-донатер. Самые большие донатеры всех времен. Стена героев. Донат будет показан на стриме. Донат 100 рублей, говорящий донат. Когда тут есть, тут можно как-то посмотреть, когда у меня последний стрим был. Стена героев, чат. В чате пишут, рил очень много людей, нет, где-то в среднем сейчас должно быть 28 тысяч, сейчас на процентов 30. Да, примерно на 35-40% людей, мне так кажется, сейчас на стриме меньше. То есть сейчас на стриме 20 тысяч. Мне просто интересно посмотреть, подождите, у меня есть какая-то статистика на Ютубе. Если я зайду в трансляции и возьму позапрошлый стрим, который называется «Скоро Ютуб заблокируют», зайду в аналитику. На позапрошлом стриме у меня на стриме было 60 тысяч человек. На позапрошлом стриме у меня было 60 тысяч человек онлайн. Пик был. А, мы на... А, так мы на позапрошлом стриме играли в скулбой нафиг. Поэтому и было 58 тысяч. А спустя... Сколько стрим идет, чат? Сколько стрим идет? Стрим идет 31 минуту. На позапрошлом стриме, когда стрим шел 31 минуту, на стриме было 29 тысяч человек. Сейчас на стриме 20 тысяч человек. То есть на 9 тысяч человек меньше, чем на позапрошлом стриме. Позапрошлом на 9 тысяч. Это почти половина. Это половина тех людей, которые сейчас на стриме. Это 45 процентов нафиг. У меня 1-8 августа не грузились ролики, вчера все начало работать. Да? Так чат нафиг, я не понимаю, вы мне ответите в этой жизни в чате или нет? У вас работает все или не работает? Работает? В смысле, оно не работало, оно начало работать? Иногда подлагивает. О, если иногда подлагивает, вообще пофиг. Главное, чтобы работало. А то, что иногда подлагивает, вообще пофиг. Да, у меня YouTube в моменте начал идеально работать, причем даже аватарки и картинки начали все появляться и все равно без рекламы. Это что, вообще реально? Это я на туршкенском каком-то. Что, реально не работал, теперь начал работать? Я снова пришла, что могу сказать? YouTube работает, хотя немного глючил. Сегодня помогала бабушке, думала, не успею на стрим. Так он работает или... Если немного глючит, вообще пофиг, понизьте качество. Думал, буду смотреть через телефон, но за полчаса до стрима у меня резко перестало лагать. Что за магия? Сегодня меркоградный Меркурий в чате пишет, я из Армении, у меня не лагает. У меня не должно лагать в Армении. Ютуб же не на всей планете. Прилетели нафиг марсиане и такие. Как нафиг, как это изобразить? Прилетели марсиане такие. Мы сейчас с вами заблокируем YouTube. И все люди на планете такие. Ла-ла-ла, не блокируйте YouTube.
Нет, мы заблокируем весь YouTube на всей планете. Заблокируем вам YouTube на всей планете. Нет, не блокируйте. Нет, мы вам запретим подписки. Я же условил, не почему оно работает. YouTube, если прилетели марсиане такие. Мы вам заблокируем весь YouTube. Нет, марсиане, пожалуйста, так. Так. Нафиг YouTube в России блокирует! Конечно, у тебя в Армении и в Азербайджане работать нафиг будет! Ты ж не в России! Ну вы чат нафиг, когда что-то выпукаете, хоть стой, хоть падай, честно. Все, делаем опрос. Вы вопросничаете, вопрос... Я не знаю, вот вы смотрите стрим, я не знаю. Вы смотрите стрим, я не знаю, как я выгляжу со стороны. Я не знаю, как я... Может, я со стороны вообще больным каким-то выгляжу, неадекватно. Но знаете, когда я запускаю стрим и первый стрим вот так вот разговариваю, знаете, что у меня в голове происходит? Неважно, что я говорю, я... Тебя примерно, я себя чувствую вот так. Вот я себя так чувствую. Я что-то, у меня какие-то звуки нафиг из головы вылетают куда. А я не понимаю, что они значат нафиг. Я так звучу со стороны, чат? Я себя так, я не знаю, как вы меня слышите, но я себя вот так вот слышу. Реакция деда на блокировку YouTube. А, нет, тогда, не, я не могу. Все, больше не могу, потому что авторские права, я не хочу, чтобы мне стрим заблокировали. Я тут насчет Ютуба высказался, огромный пост написал. То есть тут в целом каждый день... А, сосиска, подожди, сосиска маникюр себе чат сделала. Это сосиска, которая из команды. Ля, какой маникюр, она говорит, она эту фигню на Вайлдберрисе заказала. То есть на Вайлдберрисе продаются мои вот эти... Как это называется, когда на ногти наносят? Я не знаю, как это у вас женщин, девушек называется. Ля, каково, жених! Чат, ну жених, ну посмотри на эту морду довольную. Чат, у меня нафиг на канале есть все существующие стримы. Если зайти ко мне на канал, вкладку трансляции, вот тут все стримы за последние годы нафиг. Это нормально то, что у меня картинки прямо на стриме перестали грузиться, чат. Чат, у меня такого не было. Чат, у меня стрим работает, чат. У меня такого не было, чат. Нет! Оно все идеально работает. Отставить панику, все нормально. Все нормально, чат, отставить панику, все работает. Что-то сбои в программе. У меня сегодня весь день YouTube лагал, а сейчас стрим не лагает. А, так это я позвонил просто перед стримом, сказал, вы там... Почините YouTube, пожалуйста, я стрим проведу, потом опять его заблокируйте, спасибо. Но, как бы, я вижу то, что в стриме 23 тысячи человек, и это, как бы, меньше, чем должно быть почти в два раза. Поэтому, скорее всего, как бы, он прям лагает. Это, насчет YouTube он у меня работает как обычно, а у подруги не работает. Вот нафиг, а как это, как... Как, от кого это нафиг влияет, то, что у кого-то работает, у кого-то нет? Потом, когда будет смысл. Я только сейчас нафиг увидел и опять на свой Twitch зашел. Чат, вы знаете, смотрите, какая у меня заставка на Twitch. Это я где-то в 2018-16 году. Это реально я? Это я? Примерно, когда мне было 22 года. Ну, там я явно красивее был. Вы бы видели, какой я нафиг в детстве был. Пугало огородное нафиг. Это кошмар. Слава богу, у меня нет фоток моих. Поэтому это еще раз напоминаю. Я знаю, то, что очень много девушек, мальчиков, подростков в юном возрасте загоняются то, что они страшненькие. Мои хорошие. Со временем вы становитесь как хорошее дорогое вино. С каждым годом только лучше. Вы расцветаете, мои хорошие девочки. И посмотреть на этого чудика, который снизу, и посмотреть на этого брата Годжа Сатору, только брюнета. Вообще нет смысла вам ни почему, парень. Мы с Яриком спорили до начала стрима, ловит ли наши микрофоны пуки. Я просто хочу проверить.